um fervalso condensador. O generator na DSL se tornou не сгорел. Я вот включил высокочастотный генератор и забыл его выключить. Он там потреблял где-то 14 вольт и 2 ампера. Я так отверткой делал. В общем, тут пучность и тут пучность напряжения было. Но тут вот этот плюс не был подключен на транзистор. Транзистор нечем. Ну и пошел, прошло где-то минута-две, он взорвался, конденсатор. Электролитический, который по плюсу и минусу был фильтрующий. Так громко бабахнул, и дым потом пошел от него. Тут радиопередатчик работает. Вот я поставил, который идет от коллектора на антенну, так через резистор 50 ом и 100 ом в параллель. И светодиодики. По яркости я вижу, где тут какой ток идет. Я вот так настраиваю. Вот я рукой, например, приближаю, он гаснет. Вот. То есть пучность тока тут, значит, получается, убывает. Конечно, тут было бы лучше лампочка где-то на 0,5 вольт или 1,5 вольт смотреть. А так тут должно падение на светодиоде где-то 2 вольта быть, чтобы он загорелся. Ну вот так я самую максимальную яркость добился. Так, самое максимальное излучение. Вот так поставил. Слабее светит. Вот, если я антенну отправляю, что будет? Ну, вот такой вот кусок, но она вообще не светит светодиод. Вот. Вот я коснусь той антенны, загорится. Вот это дело потом настрою.